Легенда. Начало хорошее. Как бы перепрыгнул. Он не успел скастить. Лошадь, уходи. Отвались. Лошадь, уходи, век воли не видать. Она расползать начали, в принципе, два просто есть. Можно не рисковать, думаю. Тангусики полутаем, пока хп мало выносит. Классико. Нормально будет. Донатов, здравствуй, всем привет, ребят. Классико. Блин, тут плохо стоять с этой спандой, тут лайка есть, которая зарядится, да. Стрим по желанию, да. Но финал нельзя стримить, гранд-финал.
Виспа обязательно. Тут у меня рыбка есть. Может, эмбер какой-нибудь прилетит. Пригодится. Надеемся все равно. Перка на экономику нет. Можно и в малефик дотянуть, раз мы с тангусами сидим. Просто очень хорошие, как обычные, фигурки есть. Очень обычные. Если я лайку не трогаю, надеюсь, он просто не успеет зарядиться. А, он со шмотками зарядится, ладно. Если бы я его не трогал, он бы не зарядился. А тут ладно, бы ему не хватило, он медленно заряжается. Ладно. А какой перк у меня рабочий? Надо понимать. Так, вайпером крипов дефа. Нет, у вас в описании стрима, у меня в описании стрима есть ссылки на ребят, которые этот турнир организовывали, организуют и комментируют, ну, поэтому смотрите в любом случае. И шмотки дал, здесь очень легко дефы. А лемы, крипы, очень легкий деф. Здесь очень сложно выбрать. В любом случае, лынить мне нельзя было в какое-то яйцо. Жаль, что мне малефик не пришел. Буду яйцо не темповое просто брать после 15-го. Скорее. И так буду играть. Мусин нет, я просто тут не могу сыграть. Гоблины есть. Крепки. Два гоблина. Гоблина.
Пандочка не кричит, это правда. Пошел ус. Вообще бы идеально в восьмом какую-то лигу получить и туда яйцо закинуть. Крутую. То есть может даже вообще, блин. Да, блин, Малефик настолько сильный, половая. Наша что-то побыровое яйцо какое-то выросло. Ну, бурду надо. Бурду лучше всего. Мы выйдут. Не. Полезно тут кому встать. Ну. Где сдохнул? Вот тут у меня вайпер по ассасинам хороший урон будет наносить, он самый живучий. Я думаю, шансы есть дефнуть. Чуть лемы тут стоят. Да, я думаю, хороший шанс. Он есть. Нам драться скоро будет. Да. Стоим. Thank you.
Блотика, здравствуй. Свидос, здравствуй. Так, у меня вообще панда ни разу пока еще не крикнула. Ассасина бы идеально. Рубик, Рубик, Рубик. Монополии нету, БХ. Стрелит. Классико. Мишало, здравствуй. Здравствуй, здравствуй. 12 танка и потом уже надо драться. Ни разу не крикнул, вот ни разу. Войды, войды вдвоем. Малефик, на котором я бы посидел спокойно. Намного выгоднее было бы. Ну, мне не пришло я. Просто хочу в восьмом легу хорошее лицо закинуть, успеть. Я вот только так вижу игру свою. Потом, ну то есть яйцо, если вырастает, потом уже следующий верх, в принципе, можно, можно взять, успеть. Нет, такой момент только. Ладно. 15 танков, стремимся. О, Бурдакс, нормально. Ладно, я дальше тоже тут не выйду продолжать. Бреду яйцо, мне уже поздно закидывать. Не понравились, еще лустрик продержу. Я лустрик плюс стрим. Если бы Нюкс прилетел, я бы у меня 4 хакет, может, получился бы какой-то хороший. Я на 21-м беру яйцо и ролю. Как боролись, так боролись. Sure. Maybe I should buy some more. Save the one.
Так будет. Это в роду, да. Пораньше надо было ее закинуть, да. А, ну, не буду спамить. Ладно, вторую вилку сразу. Я хотел на лакичах легу вытащить вицу, не получилось. Да, вот у меня еще одна куда есть, точно. Я выживу еще здесь, нормально будет. Мне и огр нужен. Там был лохнуть, что ли? Вот переделывать буду. О, боль. Не спасти. Нормально лус. Лицо надо терпеть. Будем сыграть. Из игра, да, играем так. Эту шмотку бы не переделать еще. О, это пусть отлично.
Я Шрауд беру. Там играем. Аккуратненько. Отлично, визарда не нужна. Сыгранная дома. Нормально. Играл, но страшно. И стики нужны. И пока на самом деле здорово. Стрелки, да, может будет. Не блинк бы еще какой-нибудь. Рандомить я не стал. Был бы блинк, было бы лучше, чем щиток. Против гоблинов одна шмотка хорошая. Два веника, Сунхинг плохо умрет, но остальные хорошо. Блин, он подошел не туда у меня. Да, не успели это добить. Ой, стрик сбил, кстати. Или нормально, у меня сейчас шрауд потом будет работать. Танго. Эти шмотки собирают. Мне линка точно здесь не нужна будет. Тир 4 все равно нужно здесь нужно делать. Ну будет линка и будет это.
Не обязательно. Это дерутся, а вот. Рапиры, кстати, у кого-то есть. Там, я не знаю, кто-то сделал рапиру, там перекидывал. Я не обратил внимания. Либо сам таймер сделал. Дент у него. Вот работает. Если легу какой-то делать и оверхуд бурду, то можно очень много. Ну, если оверхуд скрафтить из игры отыграть. Оверхуд бурду дать, то можно очень много акиров лег сделать. Но это сложненько, но такой вариантик может присутствовать. Шаут пока самый сильный оставлю. Кстати, вызвал, да. Хороший шраут, кстати. Очень хороший шраут. Вот им. Там ты 2 часа 2. Вау, химик здесь. Торпится. Так, я скипаю очень сильный стол. 74-го скипаем. Всех темпларки там собраны. Обе вице. Здесь вице, здесь вице темпларка. Здесь 2 темпларка. Троллиться надо будет. Иногда может прийти.
Блинк нужен. Ну, текст, ничего страшного. Вообще страшного не должно быть. Идея. Больше пойти. Марш возьму. Нужно крафтить здесь сильное. Блинк есть отлично. По-моему, очень хорошо получается. Ну, собрался-то. Это чисто немножко беспокоит. Не, бабочка есть, успокойтесь. На него пробили. Все равно пробивают, да. Он жесткий. Жесткий стал. У меня усиления пока тут нет. У меня из усилений это еще брутку, например, поставить. Два кого-то там поставить. О, у меня очень сильный текст вон где плохо. Музыка сильно собралась. С кем-то дерусь, с кем-то не дерусь. Парк жесткий, да. Музыка прям очень. Здесь точно дерусь без проблем. Шраут. Жаль, что на шрауде еще два раунда будет жить.
больше не успеваю ничего доделать. Не особо кушать надо чуть-чуть. Пир хорошо, но не идеально. Бесо. Камера рапира, авком, он рапира, мобилки. Да, вылетел, ничего себе. Неожиданно, у него очень сильный стол. Там, видимо, фэнсик его выбил. Ну да, фэнси 41, фэнси очень сильный. Тоже дефейс. Рапира кому-то прилетела. А, как раз и Тора прилетела, рапира. Через голды мне чуть-чуть не хватает. Если раунд выживу, то, может быть, я еще шить буду. Я сомневаюсь. Фэнси очень сильно, если заходит. Таймер и Тора. Ну и, возможно, 74-м подерусь. Да. А, таймер пережили. Топ-4, ребят, есть. Поздравляю. Поздравлять можете меня. Фэнсика пробил. Так, сделаем. Классико. Ух, красота-то какая. Лепота. Лошадь уходи. Отвались. Лошадь уходи, век воли не видать. Так, огров-то ни у кого нету, в сути. Классико. В сути, огров ни у кого нету, поэтому мне, может, эта шмотка даже не нужна. Опять работа? Нет. Антон. Классико. А, мне Владимир нужен. Будет. Так, манта. На, антимага с мантой поставить. Живет, кажется, еще. Да. Три хп еще живем.
Классико. Да, Фэнси Фэс меня, может, побеждает часто, да. Надо успеть добить арка. Все хорошо будет. Да. Про. Не дефать. Ну, тимага я могу закинуть на самом деле спокойно. Могу будет. Блинк нельзя давать, там антимаг стоит, да. Надо блинк потом дать. Там эбисол. А, меня тут законтролили или чё? Алибарда. Да, проиграл. Джи. Барда, да. Ну, Димак с Эбисом там 3 ждал меня все равно. Что-то еще надо было? Что тут надо в этой игре было еще, я не знаю. Еще шмотку, чтобы арк что-то делал. 2-3 бруды мог поставить, но я не нашел. Это спокойно делается, 2-3 бруды. Ну ладно, пойдет. В целом все равно игра сложненькая могла быть. Я доволен. А, тут рапирует, просто меня еще победили. Игра могла быть посложнее, просто. Я еще нормально не сыграл. Я сыграл, в сути, с перком-то, со сложным, который не брал. Но в итоге повезло то, что лапки Кира без визардов пришлось ставиться. Ну, 74-й, конечно, он в эту игру очень хорошо играет. Фэнтик очень сильный стол сделал. Ну, рапира пролетела, да? Рапира пролетела. На 74-м везет сильнейшим. Так, впереди еще одна игра у нас. Собеседник с Дискорда, мы с Фэнсиком комментировали. Фэнси, вот он как раз играет, это он, Амаль. Легенда, молодой. 20-21 там в районе. Прям шашечки с нами. Шустрый, стримит, комментирует. Так что... Не знать Фэнсика, это такая легенда. Посмотрим, что там тут. Какие опции есть у него. Топ-1 в финале. В гранд-финале, наверное. Потому что следующая у нас будет игра за выход в гранд-финал. А он уже в гранд-финале нас ждет, топ-1. Лера Дата, здравствуй. Фэнси 2 праймала, 2 магнуса, арк и шмотки вообще легендарные, это все четко, 3 дент.
Чем тут, ну, игра мощная. Есть рапиры. Арк также, грифсы, алебарда. И антимаг. Ну, антимаг читерный, кстати. Т3 антимаг, он много чего делает. Особо тридента-то нету, то есть тридент... Ну, то есть... Тридент должен быть наоборот у 74-го, а тут тридент только против арка играет. Ну, раз грифсы есть... А тут... Правильно, жестко. Рапира, ну, рапира прям очень сильная. Антимаг очень сильный. Три тысячи почти, кстати. Пытается расставиться с буторнами. Да, кажется, уже тут запасом. GG. Грац. 84-й легенда. Первый размялся. Три часа половил. Сейчас нам с ним еще раз придется играть. Вот тем же составом.